Вот он, да. Вот я жду, сейчас спускается, и туда идут БТРы, вот они, я говорю, и туда идут. И сверху спускается, вообще ничего не понятно. А что это? Очень часто, кстати, да, у нас их стянули, все, весь лес был забит, грелый лес, когда конфликт с Украиной начался, да. У нас же 130 километров до Харькова, ну 160 получается, да. До Белгорода 120, там 80, где-то 200. 130, ну 130, а там 80 или 85, это 210. Ну в любом случае очень близко. Нет, до границы Украины так ближе, до Сумской области, там Суджа. Да. Туда, туда ближе. Это БТР. Это БТР, я не сказал танки. Нет, это я говорю. Зато танки, когда парад был на 9-й, нет, на какой? Когда был парад? Это они что, тренируются так ездить, да, вот так вот? На май, 9 мая. Гала, там что было с асфальтом, они там этот, репетировали, перекрывали проспект Победы. Ну даже к домой не могла вставать. Разъездили нафиг, раздолбали трактами. Лопатка, топорик, все полные экипировщика. Почему не могут быть татары, чеченцы, почему нет, россияне? Да мне кажется, сейчас в Москве червожопов больше, чем русских живет. В Средней Азии застрелиться можно. У нас уже в подъезде две квартиры или три квартиры. Сколько? Взял, извини, закрылся, встал и все, и не едет. Вот что, имею право не ехать. Ну вот что это такое, вот как это теперь быть? Он назад едет. А сейчас расставит, что делает, то я не понял, что он хочет-то. Ты что творишь, ёпта, придурок, блядь. Все сидят машины, здесь он что хочет-то? Да ему все равно. Дурак, что ли? Что он хочет-то, я не понял, там этот. Он едет, все равно едет. Все равно едет, слышишь, что делает? Смотри, Костя, там сзади машина стоит вплотную. Ну что делать? Танке, что это? Ну... Все, бля, твою мать! Все. Пиздец, блядь. Приехали, блядь. Что делает, а? Ты что делаешь, пидорас? Что делаешь ты? Слышь, что делаешь? Слышь, что делаешь? Слышь, что делает? Выпрыгиваем. Дима, они поверили.